Рад приветствовать вас на нашем канале Мотоцикл или Ретроцикл. Меня зовут Юрок, и вы находитесь на канале, который посвящен реставрации мотоциклов, мопедов, а также небольших автомобильчиков. Сегодня мы завершили реставрировать интересный образец старинного мотостроения, а именно Bastard FM100. Это очень интересный легкий мотоцикл, который приводится в действие с помощью педалей, а дальше уже у него есть двигатель, который заводится и имеет 2,2 передачи. Очень он похож на те мотоциклы, которые производили различные фирмы и устанавливали на них двигатель Fichtel Sax объемом 98 кубических сантиметров. И их было множество. Даже наш советский киевлянин был также копией мотоцикла Wanderer, который также выпускался с мотором Fichtel Sax 98. А наши же ничего не меняли, кроме как название на нем и, в общем, отсутствие шильда, на который было написано немецкий производитель. Также у нас, в общем-то, он выпускался вплоть до конца 50-х там и начала 60-х в виде уже мотоколяски для инвалидов, которая также была с именно вот этим мотором от киевлянина, который, собственно, был копией мотора Fichtel Sax. Можете посмотреть ролик на нашем канале, мы там реставрируем инвалидку с таким мотором. Если смотреть на этот мотоцикл непредвзято, то со стороны он будет казаться обычным стандартным мотиком тех времен, который использовал 98-кубовый мотор Fichtel Sax. На современный лад переводя, это те же самые мопеды Альфа, Динго 50, которые сейчас производятся в Китае. Они ставят стандартный движок четырехтактный, за исключением того, как располагаются карбюраторы, воздушный фильтр и какая на нем коробка передач. То есть, по сути, это патент, который покупают многие фирмы и используют наработки, в общем-то, японских производителей, да, либо, как в данном случае, немецких, и ставят на свои мотоциклы. Также, в общем-то, работает с автомобилями. В общем, ни для кого не секрет, что разрабатывается одна какая-то база, которая используется уже в дальнейшем другими производителями. Название Bastard является фамилией ее основателя, а именно Густав. Густав Bastard основал фирму в 1914 году. Однако умер он в 1943 году, и его последним произведением, в общем-то, и был мотоциклик со 100-кубовым мотором ИЛО, который на данный момент стоит сейчас в нашем мотоциклике. Потом, когда уже его сын Хельмут Bastard взялся за его фирму, в дальнейшем они начали производить довольно интересные аппараты, в том числе и мотороллеры, и также небольшие мотоциклы с мотором ИЛО. И также они были немножечко отличимы от других мотиков того времени и имели у себя свои характерные черты, которые можно, в общем-то, лицезреть на примере этого мотоцикла. Мотор ИЛО имеет немножечко большие габариты, нежели мотор Fichtel Sax, а также немножечко другое расположение его ребер охлаждения, карбюратора. Ну и есть небольшие нюансы по корзине сцепления, а также внутренностям в виде валов и их подшипников. В остальном это сухая задняя подвеска, передняя вилка параллелограмм, такая же, как и на любых вандерерах. Свой бензобак, абсолютно свой руль, своя фара. Также они использовали свой фонарь, который ни на что не походил, а также могли укомплектовываться либо кожаными бардачками, либо они были без них. Система освещения здесь такая же, как и на моторе Fichtel Sax. Тут есть две катушки, точнее три. Две из них отвечают за освещение, одна из них отвечает за искрообразование. На данный момент мотоцикл готов к тому, чтобы отправиться к заказчику. Не хватает только наклейки на передний номер. Это мы сделаем уже непосредственно перед отправкой. Ну и сфотографируем, грубо говоря, все это дело и отправим нашему уважаемому заказчику. Вот такой довольно интересный аппарат, который мы установили в нашей мастерской. Вы можете заказать для себя подобный, либо именно такой же, и мы с радостью для вас его отреставрируем. В нашей мастерской мы занимаемся именно такими проектами. С вами был Юрок, я желаю вам всем ровных дорог, и не забудьте подписаться на наш канал, а также поставить палец вверх. Пока!